Жители Новосибирска готовятся проститься с Норди и Шайной. Белые медведи, так полюбившиеся посетителям зоопарка, подросли. И теперь им пора жить отдельно от родителей. А в их вольер въедут новые квартиранты. Медведи Норди и Шайна собирают чемоданы. Полюбившиеся жителям Новосибирска звери переезжают в другой зоопарк. Они выросли, им уже по 3 года, и жить с родителями стало тесно. А другого вольера для мишек нет. Медвежата Норди и Шайна – это дети Кая и Герды, хорошо знакомые жителям нашего города медведи. Потомство появилось у них в 2018 году, и медвежата сразу стали любимцами публики и звездами соцсетей. С мамой заигрывает. А Шайночка наверху, а Норди заигрывает с мамой. А уже совсем скоро в новосибирский зоопарк приедут вомбаты. Но сначала нашим зоологам нужно поехать в Германию и научиться ухаживать за этими животными. Поездка состоится в ближайшее время.